Парни, всем привет! Мы собрались в Джон Донни. Сегодня, как мы вам и говорили, состоится турнир по FIFA, второй уже среди болельщиков Спартака. Да, мы решили, что в воскресенье, несмотря на то, что день обычно домашний, ну что сидеть дома, смотреть Спартак поодиночке, мы все вместе собрались. Сегодня практически весь день мы проведем вместе в большой веселой компании. Мы хотим создать такую приятную традицию. Если вы не успеваете или не можете поехать на выезд, приезжайте в Джон Донни, здесь всегда можно посмотреть футбол, поиграть в FIFA, просто провести время с друзьями и хорошо отдохнуть. Все очень круто. Тенденции сегодня ломаются слабо, да? Все родные, как себя чувствуют, как дома. И то, что в своем классе, когда у тебя все скакалось, болеет. Много тяжело. Реал нас в десятером идет в атаку, там один Гриша, ему вообще все равно. Марселло еще и там пытается флангу поддержать. Нормальная тематика, которая поддерживается болельщиками, и они приехали с удовольствием, приняли участие. Итак, у нас есть 8 человек, которые будут играть в плей-офф. Там уже со сериями, с серией пенальти. Турнир в разгаре, 1/4 на подходе. Подъехал специальный гость нашего сегодняшнего вечера. Серега Икея, сотри пальцы в кровь, да, Серег? Да. Как атмосфера? Отлично. Даже лучше, чем в прошлом году. Ну, то есть есть развитие. Ну, в прошлом году было первый раз. Ну, первый, понятное дело. То есть есть развитие, и двигаемся. У тебя, по-моему, меньше 7, а еще не залетает, да? Да ладно, что ты, было 2 мальчика подненьких. Есть такое слово на «о» начинается, 4 буквы, угадаешь? Заканчивается на «Т». Отчет. Опыт. Есть такая тема, нет? Ну так чуть, но я не так много на Соньке играю. Вот только где-то полгода, где-то на Соньку. Ну я вижу, что вообще не играешь практически. Не, я имею в виду не так давно. Полгода назад Соньку купил. Сейчас будем поддерживать из Москвы. Сейчас будет двойная такая тема FIFA и футбол. Иди сюда. И наша известность. Известность. Давай тогда вот так снимем. Парни, здорово. Да, здорово. Да, по старинке. Да, привет. Да, здорово. До начала видео. Да. Три вопроса. Что для вас Спартак? Нет, это другая тема. Это из другого видео. Сколько ты зарабатываешь? Это Юрий Дудь. Кто хочет стать знаменитым? Четвертый человек нам нужен для Юрия Дудя. Пишите нам, если вы известный киберспортсмен. Наверное. Мы тоже с тобой известный киберспортсмен. Да, мы что, любим играть в Assassin Creed. У нас флеш-формат нашего турнира. Ребята продолжают играть в FIFA. За моей спиной показывают матч Спартак-Анжи. Делаем все в скором темпе, потому что немножко потерялись со временем. Филипп говорит, сегодня успеем. Я думаю, что у нас будет выиграть в FIFA. То есть, смотрите, к концу матча Спартак-Анжи, когда будет счет 3-0, мы закончим играть в FIFA. Очень здорово, очень понравилось. А, могли сыграть лучше, но не сыграли. Это уже, да, это. Как мы видим, в мини-футбольном клубе «Спартак» уделяют отдельное внимание игре на приставке. А у нас 4-1, «Спартак» забивает 4-й гол. Серебряный призер Саша Круги получает свой подарок за второе место. Удачи мини-футбольному «Спартаку». Давай, пару слов, Саш. Такое впечатление, что был уверен в победе, да? Слишком уверен, наверное, перед финалом. Да нет, у нас очень сильный соперник иначе победил. Ну, Реал сильный или соперник сильный, который на кнопке жал? Ярослав Бубенцов, который свою бронзовую медаль выиграл в какой команды? Манчестер Юнайтед. Поздравляю тебя. Получай свои подарки. И, внимание, теперь... Первое место. Вячеслав Васильев становится победителем сегодняшнего турнира. Еще раз, дорогого стоит со второго места в группе, потом пройти финал и выиграть его. Давай, 3, 4. У-ху!
закончился турнир по FIFA. Всем спасибо, кто приехал. Спасибо Фратри за подарки. Спасибо Джон Дону. Да, и спасибо Филиппу Кудрявцеву, который охеренно провел этот вечер за открытым микрофоном. Спасибо, что взяли в кадр. Спасибо большое. Давай, иди домой. В максимально кратчайшие сроки все организовали, буквально за 2-3 дня. Получили широкий отклик, чему очень благодарны. Поэтому еще раз будем обязательно встречаться, и не раз будем встречаться. Играть, стирать в кровь пальцы, да? Да, и однозначно смотреть «Спартак». Всем спасибо, смотрите нас, ставьте вам забей, короче.